своей стране работали водителем большегрузного транспорта, либо водителем такси, либо занимались грузоперевозками. При получении гражданства Румынии, если вы идете по данной программе, водительское удостоверение европейского образца вы получаете автоматически, без сдачи экзаменов, практики и теории. То есть, получив паспорт, вы автоматически получаете водительское удостоверение, с которым по непрямым контрактам, как среднестатистический европеец, можете устроиться на любую работу, связанную с грузоперевозками, с вождением и так далее. Вот, в то время как, если вы, например, захотите работать по данной программе по прямым контрактам, то есть просто из своей страны будете искать работу такую, то вам нужно будет обязательно сдавать, например, если вы живете, хотите работать в Швеции водителем большегрузного транспорта либо в такси, то вам нужно будет сдавать экзамены и теорию, практику. Все это довольно-таки трудно и стоит это очень недешево, поэтому преимущества румынского паспорта не очевидны для тех, кто работает в этой области. Друзья, все те вакансии, о которых я говорил ранее, все они касаются именно непрямых контрактов. То есть, если вы уже являетесь гражданином Евросоюза, либо сейчас получаете паспорт по нашей румынской программе, все эти вакансии именно для вас. Также у нас есть программы прямых контрактов. То есть, если вы являетесь специалистом в той или иной области в вашей стране, например, вы доктор медицины, то также есть программы прямых контрактов. Мы с ними помогаем подтвердить ваш диплом в Швеции через нашего партнера, о котором видео было заснято ранее на нашем канале, это доктор Хаям, вот, и получить высокооплачиваемую работу по данному направлению, ну и по любому другому, если вы специалист.